Приветствую на канале TagTube. Пользуясь случаем, это как бы будет, скажем так, отдельная серия, посвящена тому, как правильно смазывать машинки. Ну вот, например, вот это Chrome Style. Она мне приезжала на ремонт, ну там получилась чистка была, на самом деле не ремонт, с другой причиной. Но давайте послушаем, как она работает без масла. В принципе, это, ну, можно сказать, достаточно такой, ну, терпимый звук относительно, если сравнивать с другими машинками. Ну, как для Мозера, он может работать намного тише. Итак, нам нужна смазка, ну, вот как бы универсальность, это мозеровское масло. И, в принципе, ставим 5 точек, это будет достаточно. Одна точка здесь, одна точка здесь, с обратной стороны аналогично, и одну точку ставим в центр. Одну каплю ставим здесь. Одну каплю здесь, одну в центр, и аналогично по одной капле по краям. Оно сейчас затечет внутрь, и давайте сразу, так сказать, не выключая камеру, проверим, как изменится звук. Прямо на глазах машинка затихла. Вот, на такой дистанции я ее держал для демонстрации. Все, машинкой можно пользоваться. Смотрите, вот видите, было несколько точек, и то... Вот, потек, как бы это можно вытереть, это как бы все лишнее. Я видел, что заливают вообще вот так обильно, нож льют, особенно когда машинка забивается, начинает хуже работать, вместо того, чтобы почистить, просто начинают заливать нож. Или, ну, там дальше уже следующие какие-то неисправности внутри механизма. Ну, как бы причин много. В принципе, я об этом уже все рассказывал в других своих видео. Если вам интересно, найдите на моем канале. На этом все. Спасибо за внимание. Если видео было вам полезным, поставьте лайк, поддержите канал. Всем счастливо.